22 июня находящийся с государственным визитом в Узбекистане президент Азербайджанской республики Илхам Алиев и президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомились в городе Хива с государственным историко-архитектурным музеем-заповедником Ичан-Кала. Главу азербайджанского государства проинформировали об Ичан-Кала. Было сообщено, что Государственный историко-архитектурный музей Ичан-Кала был создан в 1920 году. В 1969 году исторический город Ичан-Кала был объявлен музеем-заповедником. Основную часть фонда музея составляют документы ханской канцелярии и различные предметы дворца. Было отмечено, что экспозиция музея, общая площадь которого составляет 26 гектаров, связывает историю древнего и современного Узбекистана. Здесь имеются 14 стационарных музеев и экспозиции, связанных с историей, этнографией, образцами прикладного искусства и ремеслами Хивинского ханства и древнего Хорезма.